там, где революция, это дураки-руководители. Ничего не понимающие. Вот на Украине тоже будет революция. Потому что Янукович не знает, кому себя продать подороже. И так всегда было. И сейчас не знает Янукович, вот на картах будет гадать. Брюссель, Москва, Брюссель на костях будет. На костях. В любом случае с треском проиграет выборы в марте 2015 года. Украинцев, как наших, не купишь. Они не будут за него голосовать больше никогда. Потому что он им не нужен. Будет с Евросоюзом ассоциация, какое-то подписание. С Москвой будет. Он надоел, как Кучма. И они его выгонят через полтора года. И правильно сделают. Правильно сделают. Им лучше второй Ющенко, чем вот такие, как Кучма и Януковичи. Которые ничего не соображают. Обычные такие хозяйственники, безумцы. И толку от них никакого нету.